Более 200 медицинских сестер из города Рыбница отметили 12 мая свой профессиональный праздник. В Международный день медицинской сестры в Рыбницком диагностическом центре встретились молодые специалисты и заслуженные работники, которые посвятили медицине много лет. Главные навыки. Главное – это, наверное, милосердие, доброта, сочувствие прежде всего. Сочувствовать больному, переживать вместе с ним. Все пациенты приходят и рассказывают, делятся своими какими-то бедами домашними, мы как бы вливаемся, вместе общаемся. Очень радуемся, когда видим результат работы, когда человеку действительно легче стоит. Хочу выразить благодарность медсестрам, так как по некоторым причинам у них очень плохие капиллярные сосуды попадают точно, то есть чувствуется практика, чувствуется, пациента лечит не только лекарство, но и хорошее слово. Но еще раз повторяю, что человеческое отношение с улыбкой, с добротой, с душой. В 2016 году в Рыбницкий диагностический центр прибыло 4 молодых специалиста. За последние 5 лет в средний медицинский персонал пришло 44 человека. Надежда Остапова окончила медицинский колледж в прошлом году. Стать медсестрой мечтала с детства. Мне было как бы немножко страшно, немножко как бы непривычно, потому что я еще как бы не работала, только практику проходила. И как бы чуть-чуть было страшно, но потом потихонечку привыкала и научилась больше коллективу, ко всему. Врачи отмечают недостаток медицинского персонала, особенно в селах Рыбницкого района. В основном проблема недоукомплектования, это частично в сельской местности. Но медицинские сестры на сегодняшний день с врачебными кадрами сложнее в селе обстоит. Поэтому медицинские сестры в селе стянут основную ношу нагрузки по обслуживанию сельского населения. Поэтому сегодняшний день, он действительно заслуживает внимания, потому что медицинские сестры – это те, от которых зависит очень много выздоровления пациентов, так как врач, он диагностирует, назначает лечение, а именно с каким трепетом, заботой и любовью выполняются эти назначения постоянно, ежедневно, несколько раз в день, зависит от медицинской сестры. Международный день медицинской сестры отмечается в день рождения 12 мая одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны эта женщина впервые организовала службу ухода за ранеными солдатами, чем способствовала значительному снижению смертности во время боевых действий.